Итак, теперь мы стоим возле Будле и Давида. Будле и Давида, мои дорогие зрители, я срезаю под самый корень. Вот эти ветви, как видите, с множеством цветов, которые были, они вот позасохли уже. Вот, они все срезаются до самой земли, и вырастает вообще вот это такой огромный, как говорится, куст за сезон. Очень быстро растет, начинает цвести с конца июня и до самых заморозков. Тоже очень красивые растения, их очень много сортов у меня были. И сиреневые, и голубые, но и вишневого цвета. Но, к сожалению, они оказались менее морозостойкие и погибли. А вот эти, как видите, у меня их два таких кустарника, один там другой. Ну, я вам покажу на одном кустарнике. Что можно делать, если вы хотите размножить, допустим, будлею? У будлея есть семена вот в этих коробочках, такие длинненькие семена. Вот, ну, сейчас они уже, естественно, все осыпались. Нет, ну, может быть, где-то еще и есть, я не хочу спорить. Вот. Ну, мне просто не нужно больше, я не собираю семена. У меня есть, я покажу потом, в теплице я посеяла в этом году. У меня оставались семена с прошлых лет. Голубой и сиреневый мне еще захотелось. Я посадила в этом году. Они очень хорошо всходят, надо сказать. Даже если вы купите в магазине семена, они очень хорошо всходят и прекрасно растут. Вот. Поэтому можно вполне их сеять и вполне можно вывести такое растение. Итак, мои дорогие, вот эти ветки мы сейчас срежем под самый корень. Чтобы можно было вам сделать, чтобы я могла посоветовать. Ну, это ваше дело, принимать или нет мой совет. Ну, как видите, у меня рядом растет туя очень большая. Вот. Я сейчас срежу, и может быть даже эти же веточки маленькие, вот которые у нее есть, мелко порежу и вокруг засыплю ими. И сверху положу кусочек шифера, чтобы закрыть корневую систему, потому что я не знаю, какие у нас будут, какая будет зима. Если у вас все время лежит снег, то не страшно. Под снегом прекрасно сохранятся корни будлеи, и она прекрасно вам будет цвести на следующий год. Но я прикрываю, как видите, все шифером от греха, как говорится, подальше. Вот. Вот сейчас я срежу, порежу, наверное, все-таки мелочкой я эти веточки, которые остались, рядом положу и прикрою кусочком шифера. Я вам все покажу, как я это сделаю. Срезать, конечно, секатором сложно, поэтому я спиляю пилочкой до самого корня, прям до самого корня. И все это дело я вам покажу. Ну вот, как видите, мои дорогие зрители, я срезала вот под самый корень, как видите. Вот, теперь я вот порезала веточки эти же снежного растения. Вот так сверху закрою, чтобы не была голая земля. И сейчас пойду принесу кусочек шифера. Так, чтобы вот... В общем, я принесу и покажу, как я положила шифер сверху. Ну вот, как видите, я закрыла двумя небольшими кусочками шифера. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы... Если даже немножко будет снега, он все равно прикроет. Даже если не будет снега, страшного ничего нет. Шифер предохранит растения от сильных морозов. Самое главное, корни, которые находятся в земле. Там мы положили веточки и прикрыли шифером. Я хочу сказать, дорогие мои садоводы, огородники, цветоводы, никогда, никогда осенью не убирайте никакие травы, маленькие веточки со своих цветников. Не нужно этого делать. Зимой половина перегниет, ну а весной вы сможете спокойно убрать то, что, на ваш взгляд, будет мешать красоте вашего цветника. Я никогда не делаю это осенью. Как видите, наоборот, стараюсь положить листья какие-то, траву какую-то, прикрыв корни растений. Это будет еще один плюс вашей корневой системе, которая может вымерзнуть при малом выпадании снега или, может быть, совсем сухой зиме. Сейчас я хочу еще показать, как укрыть одно растение. Это
Это вигела цветущая. Вот этот кустик у меня розовый. Вот там у меня был белый, как видите, я его уже замотала, укрыла. Хочу сказать, что тоже у меня новое это укрывное. Посмотрите, это муж где-то нашел, не знаю, где-то валялось, кто-то выкинул, видно было уматано. Какая-то мебель, наверное, от того, чтобы не билась она. Вот такой как бы полиэтилен, не знаю, что это такое, пупырышками такими. И, как видите, там вот такая теплая подложка. Оказалось, что полиэтилен вообще этот не такой, как обычный, он не холодный. Вот на улице все-таки сейчас всего 8 градусов, прямо теплый полиэтилен. И сама подложечка прямо теплая. Ну, я вот решила попробовать применить к такому растению такой укрывной материал. Ну, посмотрим, поможет он нам или не поможет. Кстати говоря, точно такой же укрывной материал. Их было два куска. Вот один поменьше, один побольше. Вот я сейчас покажу. Им я умотала розу, которая, ну, стволы очень толстые. Ну, невозможно было их согнуть, дабы не поломать их. Это розовая роза. У меня вот одна роза укрыта, как видите, шифером. Другую я положила в ящик деревянный. А вот эту, ну, невозможно было. Вы как видите, она стоит столбом. И у нее очень толстые побеги такие, что, ну, невозможно. Они просто не ложатся на землю. Ну, я решила попробовать вот замотать таким материальчиком. Он не пропускает влагу. И я считаю, что растение... Ну, боюсь, лишь бы, как говорится, оно не выпрело. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим. Это опять-таки укрытое растение по-новому. Там вот у меня вигелочка красная уматана, как видите, большими, скажем так, это мешками, мешковиной. Это большие такие мешки были, огромные. И я их, как видите, надела на этот кустарник и замотала. Ну, она не очень сильно боится морозов. Укрытие это, кстати говоря, от гололеда, чтобы... И к тому же оно стоит возле крыши, как видите, чтобы если вдруг начнется уж такой дождь сильный и холодный, и обледенение, то, по крайней мере, мешковина не даст лечь льду на растение. Вот теперь мне еще один кустарничек, вот как видите, красивый плотничек, очень красивый, надо его тоже обмотать. Но я обмотаю вот такой подложкой какой, потому что ложить я его пробовала. Одна всего ветка, она очень хрупкая, я хотела его положить, начинала хрустеть она. Поэтому я забила колышек, и теперь я обмотаю это растение. Ну, дабы не поломать его. Я считаю, что разница какая будет, если я его поломаю или оно... Ну, по крайней мере, я попытаюсь его спасти. Итак, я сейчас вам покажу, как я укрою растение вигелы розово цветущей, красиво цветущей розовой. Но прежде чем ее укрыть, естественно, нужно нам привести ее в порядок. Вот, посмотрите. Конечно же, вы видите, что какое безобразие здесь, да? Как бы и молодые ветки, и старые ветки, и вообще, как ее можно умотать, надо же ее привести в порядок. Поэтому, ну, что я прежде всего сделаю с этим растением? Я, конечно же, сейчас размотаю его, она привязана, как видите, к колышку. Естественно, я уберу колышек обязательно сейчас, потому как он мне будет мешать. И развяжу растение. Ну и посмотрим, что получится, когда она будет развязанная. Потому что, когда она завязана, непонятно, что она вообще из себя представляет. Я думаю, что нам нужно будет кое-какие ветки старые вот эти, наверное, убрать. Потому что вот я красную вигелу не обрезала. Вот такие старые ветки 3 года. И представьте себе, она перестала цвести. Поэтому я думаю, я вот эти 3 их тут, или даже, ну да, сильно большие, наверное, 3. Ну вот я когда развяжу, будет видно, какие они тут уж сильно застаревшие. Их я вырежу, оставлю молодые. Ну и немножко их, естественно. Ну, знаете что, подрезать нежелательно, конечно, осенью. Лучше это делать весной, потому что если вдруг подмерзнут, мы их тогда обрежем. Ну, вот сейчас я развяжу, уберу эту палку и посмотрю, что получится. Я вам покажу.
И так вот я пообрезала старый, вот хорошо видно. Вот была одна, здесь я оставила вот молодую, и вот внизу. Здесь вот я оставила тоже молодые ветки, которые снизу растут. Ну, естественно, здесь вот тоже оставила молодые. Ну, и вот новые приросты. Вот что у нас получилось. Сейчас мы их свяжем вместе и замотаем от мороза. Итак, я вот веточки все связала друг с другом. Как видите, листья я не обрывала, хотя можно их, конечно, вот так вот это немножко оборвать. Но это для того, чтобы все ж таки там они не гнили или что там они не портили все это. Ну, вот так вот немножко мы их оборвем. Вот. Хотя это не делать, конечно, не обязательно. Но я вот, как видите, оборвала. Теперь я возьму этот материал, который я заматывала вот там керио, и замотаю сейчас вот эту вигелочку. Ну и покажу вам, что получится. Итак, мои дорогие зрители, цветоводы, огородники, садоводы, вот я замотала, как видите, растение. Конечно, не знаю, сохранится оно или нет, но это эксперимент. И будем смотреть, повезет нам с этим экспериментом или не повезет. Если повезет, на следующий год мы опять его так замотаем. Вот. Я, конечно, не знаю, может, я еще найду мешок все-таки сверху, замотаю еще мешковиной, для того, чтобы все-таки более или менее быть уверена, что она перезимует. Потому что все-таки здесь, вот как видите, еще есть сверху такое. И оно, конечно, здесь более теплое, чем вот это. Ну, посмотрим, что из этого получится. Как видите, стали видны мои елочки. Вот. Прекрасные, которые прекрасно у меня растут. Как видите, замечательные хвойники. Это голубая ель коника. Вот, ей всего 2 года. Вот. Какая прекрасная елочка. Это тоже маленькие елочки. Это тоже хвойное растение. Суга называется. А это тоже елочка. Летом она, вернее, весной у нее отрастают белые такие вершочки, и она такая красивая стоит с белыми побегами. Вот у нас еще такая кислая грядочка, которую необходимо будет закрыть. Здесь у меня под этими крышками, под этими банками сказать, стоит гортензия, которая боится мороза. Это крупнолистовая, вот она даже уже примерзла немножко. Вот. А здесь это вот такие цветущие маленькие кустарнички. Один и вот второй. Их надо будет, конечно же, прикрыть. Пока я еще не решила, как же мне это сделать. Либо поставить ящик сверху и этот ящик уже укрывать в процессе. Ну, в общем, либо сбить деревянный какой-то ящик. Ну, в общем, я завтра буду думать над этим вопросом. И, конечно же, все это дело закрою на зиму, так как они боятся холодов сильных, ну, и особенно, как я уже говорила, перепада температур. Вот я, наверное, все-таки собью ящичек деревянный такой и сверху крою шифером. Итак, теперь что у нас дальше? Еще у нас на сегодня я решила показать, как я уже накрыла, у меня камера садилась, как говорится. И пока она заряжалась, я вот отбила внутри ящик с инжиром и с озименной трелой. Вот посмотрите, что я сделала. К дереву я прибила все-таки фольгой. Вот. А к растениям я сделала вот этим таким этим губчатым материальчиком. И сверху я еще вот его укрыла, чтобы как бы защитить
еще и сверху от холода. А теперь я положу вот эту крышку. Такую, это, я не знаю, наверное, была какая-то или дверь, или что-то. Она, кстати, обита, вот, не пропускает влагу. Так что сыра там под этим растением не будет. И конденсата, кстати, тоже не будет. Благодаря вот этому вот материалу. Это подложки, теплые подложки. Даются в специализированных магазинах строительных. Вот, если у вас есть какие-то такие растения, вот, пожалуйста, есть такая идея. И если вам такое нравится, можете сделать себе вот такую теплую грядку. Так, утепленный ящик. Который вот, ну вот, посмотрим, как он перезимует. Сейчас я вот накрою крышку. И все, и к зиме уже все будет здесь готово. Как видите, ящик я накрыла. Вот, ну, я надеюсь, что этого будет вполне достаточно, чтобы эти теплолюбивые растения перезимовали. Итак, сегодня мы с вами обрезали и завязали еще некоторые кустарники, которые боятся мороза. И чтобы их предохранить от больших морозов, от гололеда, от разницы температур, я показала вам, как я это делаю. Ну, как я сделала, вернее, в этом году. Теперь у нас еще останется клематисы. Вот, нужно будет их, конечно же, на зиму укрыть, обвязать, вернее. Ну, сначала обрезать, естественно, потом обвязать на зиму, чтобы тоже предохранить их от мороза. А также еще актинидии, вот как видите, вот там у меня вьются. Их у меня, я уже говорила, 12 штук, их надо все будет закрыть. Ну, еще у нас останется вот обрезать вот этот кустарник. Это спирея Билларда, кустарник экзохорда. Ну, еще много чего. Юка, кстати говоря, я тоже покажу, как ее нужно на зиму приготовить, если у кого есть такое растение. Ну, а на этом, мои дорогие садоводы, огородники, цветоводы, любители, сегодня я прекращаю свою передачу. Всего вам доброго. До следующей встречи. До свидания.